Pantera Capital занимается сбором средств в размере 100 миллионов долларов для своего ICO хедж-фонда. Как сообщает newsbitcoin.com, американская инвестиционная фирма Pantera Capital, базирующаяся в США, планирует стать первой в мире биткоин-инвестиционной компанией, предлагающей ICO хедж-фонд. Фонд будет открыт для частных и институциональных инвесторов из США, предлагая возможность многим венчурным компаниям, которые не могут напрямую инвестировать в криптовалютные проекты из-за политики компании, поучаствовать в рынках ICO. В будущем компания планирует открыться для инвесторов из других стран. На момент написания статьи фирма уже получила более 25 миллионов долларов.